Всем привет, друзья! Сегодня у нас с вами старая советская задача, но от того, что она старая, она не стала менее интересной. Нам нужно решить вот такое вот показательное уравнение. 4 в степени x плюс 6 в степени x равно 9 в степени x. Как всегда, призываю вас поставить на паузу, подумать самостоятельно, ну а после этого продолжить видео, чтобы либо посмотреть решение, если не получилось, либо сверить ответ. Так что у вас есть пару секунд, чтобы поставить на паузу, и поехали решать. Смотрите. Первым делом обращаем внимание на то, что все, вот, это положительные числа. Потому что если мы возводим положительное число в какую-то степень, хоть в отрицательную, хоть в дробную, хоть в положительную, у нас все равно получится положительное число. Поэтому мы с вами можем взять и поделить вот так вот и правую, и левую часть на 9 в степени x. Это число положительное, все нормально. Получим. 4 в степени x, деленное на 9 в степени x, плюс 6 в степени x, деленное на 9 в степени x, ну и 9 в степени x, деленное на 9 в степени x, это, вообще-то говоря, единичка. Ну а тут мы можем по свойству степени записать просто вот так вот. 4 девятых, и все это в степени x, плюс 6 девятых, и все это в степени x, равно единичке. Теперь смотрим. У нас 6 и 9 сокращаются на 3, получается 2 третьих. А 4 и 9 мы можем с вами записать как 2 в квадрате и 3 в квадрате. Ну и вот этот вот квадрат вынести за скобочки. Получится 2 третьих, вот эти квадраты выносим за скобочку, да, и еще у нас степень х было. Плюс 2 третьих в степени х равняется единичке. Ну и тут у нас сама собой напрашивается замена, да, то есть вот эту вот штуку 2 трети в степени х обозначим за y. Тогда получим y в квадрате плюс y, ну, единичку переносим влево, минус 1 равно 0. Дискриминант, единичка, минус 1 умножить на минус 4, получаем плюс 4, итого 5. Y первое равно минус 1 плюс корень из 5, деленное пополам. Это, заметим с вами, нечто положительное, а так как y это у нас положительное число в какой-то степени, то есть y должен быть больше нуля, это больше нуля, значит, это является корнем. А вот y2, минус 1 минус корень из 5, деленное пополам, это явно меньше нуля, поэтому это нам не подходит. Ну и теперь делаем обратную замену, то есть получаем, что 2 третьих в степени x равно минус 1 плюс корень из 5, деленное пополам. Ну и теперь вспоминаем, как нам в этом случае искать x. Ну, правильно, логарифм. Это логарифм по основанию 2 третьих, вот минус единички плюс корень из 5, деленное пополам. В принципе, нам можно с вами перейти тут к натуральному логарифму или к десятичному логарифму, но, как по мне, так вот это вполне себе ответ. На этом у меня все, друзья. Ставьте лайк, если задача понравилась. Подписывайтесь на мои каналы в Ютубе, в Дзене, в Телеграме, ВКонтакте. И спасибо за вашу любовь к математику, за то, что смотрите мои видео, комментируете и высказываете свои решения и предложения. Пока, друзья!